В Одессе около сотни жилых домов остались без тепла. Остыли батареи также в нескольких детских садах, школах и больницах. На одной из улиц лопнула магистральная труба, которую проложили еще в 60-х годах прошлого века. Горячая вода затопила проезжую часть. Из-за густых клубов пара водителям приходилось ехать очень медленно. Подать тепло в дома обещают до конца дня.